После ракетных залпов установок «Галан» танк выехал вперед, чтобы прикрыть очередной бросок пехоты до следующего здания. В отличие от юга, застройка этого района плотнее, а этажность домов выше. Поэтому цели танкисты получают в основном от штурмовых подразделений, засекших огневые точки террористов. Основные бои в Хаджар-аль-Асваде развернулись за кладбищем. Мы сейчас находимся с его восточной стороны. Вот эта линия домов еще наша. Вот только что здесь, на этом месте, ранило одного бойца из Ливаль-Куц. Это линия зданий наша. Дальше уже в сторону лагеря Ермук. Это позиции террористов. Танки ушли вперед со штурмовыми группами за кладбище. Штурмуют в том направлении. Но танки прикрывают не только пехоту. Настоящий ужас на боевиков наводит старая советская «Шилка», плотность огня которой способна превратить в решето любой многоэтажный дом в считанные минуты. Во время любого боя не обходится без раненых. И в 4-й дивизии применяется своя тактика эвакуации. У БМП слишком тонкая броня, поэтому забирать несколько раненых бойцов Ливаль-Куц отправилась БРЭМ.
И пока шла их погрузка, танки с двух направлений открыли огонь по обложившим ополченцев боевикам. اليوم صباح هاي الجهات كلهن هاي صارت معانا هاي هون اليوم والعدو هون العدو صور هون العدو هون تعال Сейчас пехота досматривает оставшиеся дома, сопротивления не встречает никакого. Где-то попадаются бывшие позиции боевиков Даиш, видны их флаги, но, видимо, противник отошел севернее, в район палестинского лагеря. Скорее всего, там и будет оказано последнее сопротивление сирийской армии. Пока завершалась зачистка очередного квартала, один из танков получил повреждения, и поэтому снова понадобилась помощь БРЭМ, главного эвакуатора в этих городских боях. Что, закончили атаку? О! Чирши дамам? Салам! Салам! Салахна! Салахай! بس على الضغط ضغط الشغل ما كان فينا نضل نشغلها مضطر نطفيها ونرجع نشغلها Бои за палестинский лагерь Ярмук принимают все более ожесточенный характер. Кольцо вокруг боевиков же